Друзья, всем привет! И сегодня я хочу поговорить с вами о подделке на лампу Sanuv 1. Кстати, как вы думаете, где подделка, справа или слева? Ну, я думаю, что кто смотрит давно наши обзоры, знает, что подделка у нас все-таки слева, оригинал справа. Хотя тоже, да, на этой коробочке все четко написано. Sanuv, там она практически удар в удар, как оригинал. Точнее, коробка оригинала, да? Но отличается она размерами, как минимум. Видите, она намного меньше. Почему я решил об этом поговорить с вами? Потому что как бы очень тяжело отличить, особенно тем людям, которые заказывают по интернету. То есть тяжело отличить оригинал от подделки, потому что на фото они просто идентичны. Сейчас я распакую, покажу вам. Лампа вообще, то есть внешний удар в удар сделали как оригинал. Вот такая вот она на вид, да, вроде Sanuv, все красиво. Но сзади нет никакой, соответственно, тут маркировочки, да, плюс, понятное дело, никаких кодов. Тут ничего такого нет. Ну и качество самого пластика, то есть на ощупь немножко другое. Также блок в этой лампе. Вот такой вот он. Таким вот штекером, маленький. Сейчас мы достанем оригинальный, я покажу вам. Ну и инструкция, она такая вот. Во-первых, она цветная, в оригинале цветных инструкций не бывает. Сейчас и покажу вам, соответственно, оригинал, да? Вот оригинал. Соответственно, такая вот она коробочка. Тоже, да, она практически один в один похожа на подделку, но здесь уже есть код. Тоже внешне эта лампа будет похожа. Соответственно, оригинальная лампа. Вот такая вот. Тут уже есть маркировочки. Ну и, понятное дело, тут уже есть серийный номер. Серийный номер должен совпадать на лампе, совпадать с коробкой. Ну и такая вот инструкция. Она мультиязычная, уже потолще будет. То есть тут вот так вот. Ну и русский язык, понятно, присутствует, чтобы было все это ясно и понятно. Сейчас в дальнейшем рассмотрим работу их уже от сети и покажу вам различия уже в самой работе. Итак, рассмотрим работу их уже от сети. Соответственно, это у нас аналог, это у нас оригинал. Отличаются они, да, это такая более желтоватая, да? Тут больше такой белоснежный такой цвет. Качество лучше немножко пластика. Итак, смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас сенсор. Все вроде бы работает. Включаем, например, на 30 секунд. И попытаемся мы перевести на 24. Но, к сожалению, у нас это не получится. Также, смотрим, 5 секунд я поставил таймер. Сейчас он выключится. Ну и никакого запоминания, конечно же, тут нет. Это уже оригинальная лампа. Соответственно, допустим, здесь нажимаем 5 секунд. И смотрим. Все, пошло. Пошел отсчет времени. 5 секунд как бы она будет сушить, после этого она выключится. И таймер запомнился. Теперь мы смотрим. В лампе есть понижение мощности. И обратно, соответственно, повышение его. Как-то так. Сейчас я включу, покажу сам свет, который идет. Здесь вот так у нас светит эта лампа. В лампе оригинале свет, конечно, поярче и такой вот, скажем так, поприятней. Я думаю, видно будет на видео. Также блоки я вам не показал. Вот разница между блоками. Это аналог, он маленький такой, да? Это оригинал, намного больше, солиднее и надежнее. Так что выбирайте оригинальную продукцию, покупайте ее у проверенных продавцов. Если вы не уверены в магазине, то берите наложенный платеж, лучше немножко переплатить, но потом будьте уверенным в качестве своего продукта. Всем спасибо.